Вот этот крутой. Вот где покупаются костюмчики. Все качественное. Отличные расцветки. Он тоже тоже классный. Мы же понимаем, что это что-то. А вот зеленый, я вообще бы пятерку поставила. Тоже он такой же, как и в магазине. Я девчонок в своей работе тут при этом приспособила. Побанчим-банчим здесь. Шикарный, вообще классный. Прям расцветка такая. Спина. Спинка, да. Классно вообще. У нас тут близняшки. Костюмчики все прикупили. Довольные. Еще один близнец. Красотки. Давай, давай. И еще один близнец. Вот такая у нас крутая форма. Кто пробовал когда-нибудь аргинин, сейчас поймет мою радость. Я его просто ненавижу каждое утро. Азиатские фитоняшки. Туда огурчиками балуются. А вода везде, в принципе, такая кристально чистая. Вода тут красивая. Осталось найти пляжное хорошее местечко. Здесь красивенько так. Любуйтесь, любуйтесь водичкой. Какой-то барон корф тут тайский. Девочки работают, работают, работают. В каком я отеле? Ну вот как бы вот, если честно, вот в таком я отеле. Называется он Амбассадор. Если у вас есть желание, можете поселиться в этот отель. Корпус называется Tower Wing. Вот такие тумбочки замечательные. Вот такие стены. Вот такая ванна. Раз в пять мы меняли номера на более-менее хорошие. Мы идем на ужин, погрызая огуречки. Огурчики-могурчики. Отель нормальный, территория нормальная. А внутри чуть-чуть как бы не айс. Безусловные плюсы отеля — это его огромная-огромная территория, очень уютная, красивая. Как бы с этим я вообще никак не спорю. Здесь мы будем ужинать. А, тут недорогая рыба. Ну как так, недорогая. А, 700 рублей. Каждый раз здесь ужинаем. Я любила вот эти нигири крутые. Ча. Ай, вот это моя слабость вообще. Я так любила их кушать. Фигни, капец. Что это такое? Гамбургеры хотите? Чего только нет. Вообще просто все, что хочешь. Вообще отличный состав. Все по нулям. Можно попить. Вот мои любимые штучки. Ой, как мы устали, да, Кать? Просто лицо. Кошмар. Пришли в ресторан Хилтон девчонкам. Какой ресторанчик красивый. Такой вот вид шикарный с ресторана. Ой! Ну а сегодня он был зайти посмотреть. Так мы гуляем. Такая у нас вечеринка. Мы тут пляшем. Тут
Пока-пока, мои крошки. Давайте, не забудьте про карту. Немного о том, как я собралась. Сказать, что это полная задница, ничего не сказать. Это все очередь в аэропорт. Представляете? Это жопа полная вообще. Все, да, встречаем, мы вылетаем. Сейчас на автобус 10 часов лететь. С этого момента жди 10 часов, блин. Будем считать, что у девчонок четмел. Я везу свои малыши. Ну, а я свой привезла в целости и сохранности. Мы прилетели. Очень-очень устали. Скоро будем выбираться. Девочкам нашим привет передавай, Люд. Привет, девчонки, мы уже скучаем. Плак-плак. Мы все, долетели. Ждем багаж. Одни корзинки. Корзинки, чьи корзинки, забирайте корзинки. Кто проснулся по привычке в 9 утра, тот я. Девчонки, отличного вам полета, мягкой посадки и терпения. В самолете не кушайте булочки. Я за молочку жизнь готова дать. У меня овсянка, кокосовая паста, нереально вкусная, и творог на хлебце. Божественно. Наконец-то у меня антипригарная сковородка. Я прям счастлива. Да, зай. Маме спасибо. Спасибо маме. А тут у меня два яичных белка и куб протеина. И вот такой у меня. А что у тебя монобровь здесь? А ты жива, девочка моя? Девчат. Готовьтесь, готовьтесь к новинкам в Toresh Mod Shop. Ты еще не знаешь, что попросить у мужа на 8 марта? А я знаю, попроси у него платьишко от Toresh Mod Shop. Очень крутое платьишко. Отлично подойдет для работы в офисе, для серьезной работы. Помните, как меня все спрашивали, наподобие такое джинсовое платье было? Я нашла такое вам. Быстрее заказывай, а то не успеешь. Для себя готовлю мега крутой суп из тыквы, помидоров, грудки и морковки. Хочу сделать суп пюре из тыквы. Вот это целлюлит на заднице. Вот это упругая, охренительная попка. Погодка не талант, конечно. Но лучше, чем Хабаровский. Мне вчера звонила бабушка, сказала, что минус 35. Вообще жесть. Вы бабуль какой там живете, блин. Когда я сижу с машиной, мне холодно, я мерзну, я сразу вспоминаю, Настя, на тебя. Думаю, блин, ну, у меня еще нормально. Короче, я всегда сравниваю, у кого хуже, и довольствуюсь всем, что... Ну я знаю, Настёт, у тебя скоро что-то приятное будет. Я очень жду, давай уже быстрее, прям. Интрига. Я наконец добралась до гастроэнтеролога. Все собиралась, все, думаю, все, точно пойду, наконец-то пошла. Печаль, ужас, что с моим желудком, поэтому... Выписали мне кучу анализов, лекарств. Вот они, последствия сушек, жестких диет перед соревнованиями, загрузок. А вы хотите фитнес-бикини? Бесследно для здоровья ни одни соревнования не проходят. Любой профессиональный спорт не равен здоровью. Это губит здоровье. Поэтому 155 раз подумайте, нужно оно вам или нет.
особенно когда выходишь после сушки. Господи, какие мучения с животом. Это просто вам даже не передать, когда у тебя живот раздувает, ты, не знаю, от любого кусочка ты месяца полтора только восстанавливаешь. А нервная система твоя во время подготовки просто на пределе. Ты готов взорваться, убить вообще каждого. Не дай бог это совпадет с циклом. А цикл чаще всего потом забивается. Но цикл чаще всего пропадает уже к началу соревнований. Вот. И задержка где-то увеличивается. Цикл от 28 дней. Стандарт получается. А у меня был самый большой 49 дней. Сбился цикл. Вот. Но после окончания он восстанавливался. Но раз на раз не приходится. У некоторых он вообще не восстанавливался по 9, по 10 месяцев для того, чтобы он восстановился. Нужно сдать кучу-кучу анализов, пройти огромное лечение, кушать. И тебя вот так разопрет, и гормоналка полетит к чертям собачьим. Подумай 100 раз, нужно ли тебе фитнес-бикини. Для того, чтобы спокойно есть творог. И смотрите наше шустрое утро! Сегодня вместе со мной Марьяна и Артём. Привет, ребята! Привет! Крутышка. Расскажите нашим телезрителям, как вы себя будете Не резко ограничивают количество потребляемых ими любимых продуктов, в том числе и углеводов, которые вообще необходимы нашему организму, исключать их абсолютно нельзя. Иначе совет такой: начните с малого, попробуйте отказаться там от того продукта, от которого вы сможете отказаться. Для начала от хлеба, от майонеза, от сахара, от конфет. Посмотрела какие-то бешеные упражнения и тут же пошла их повторять. Нет, и еще раз нет. Начните там с несколько количеств приседаний, отжиманий, там выпадов, всего-всего по чуть-чуть, а лучше закажите программу. Наймите тренера, который вам все объяснит, расскажет, покажет, что вам нужно делать, как нужно. И вы реально сократите свое время и не допустите тех ошибок, которые допустите. Фитнесу необходимо учиться точно так же, как и любому другому виду деятельности. Для чего у нас школы, учителя и так далее. Если вы заболели, вы идете к врачу, к специалисту, который лечит эту болезнь. Не сами пытаетесь там, да, что-то вылечить. Также и здесь, если вы хотите чему-то научиться, идите и учитесь, идите, пробуйте, изучайте, а не делайте это наобум. В первую очередь необходимо расписать режим дня, потом режим питания, режим тренировок. Все должно быть по часам. Организм любит, когда все расписано по часам и все регулярно. Иначе никакого результата вы никогда не достигнете, если у вас будет режим дня, допустим, но не будет режима питания. Либо у вас будет режим питания, но не будет режима тренировок. Одно без другого не существует. И обязательно режим сна. Если вы работаете на износ, спите по 2-3 часа в сутки или вообще спите утром, а ночью работаете, это режим дня. Он у вас нарушен, значит, результата у вас не будет. Если вы только начали, вывод: не садиться на строгую диету, дабы не срываться. Просто планомерно отходите от привычного режима жизни, тренировок, питания. Точнее, не режимной жизни, не тренировок и не питания. Откажитесь от гулянок, от алкоголя по выходным, от мучного, от сладкого. Это будет вполне достаточно. Еще одна большая причина срывов по ночам, вечерам – это, конечно же, несоблюдение режима питания. Такие люди с утра не едят ничего, либо они выпивают кофе, едят только пару бутербродов. В течение дня они занимаются своими делами, со всех позабыв накормить свой организм. И, естественно, когда они приходят домой, уставшие, что они хотят? Они хотят есть, и остановиться невозможно. Единственный совет, дабы не срываться по ночам: кушать утром, днем и вечером. Тогда вы не захотите есть,
поздней ночью, когда вернетесь домой, уставшие с работы. Просто ляжете спать. Часто спрашивают беременные, что им делать, как тренироваться, как питаться. Просто не ешьте вредные продукты. Тренироваться для этого не обязательно в фитнес-зале. Можете просто гулять, а чаще дышать свежим воздухом. 45-минутная прогулка, либо можете, если у вас там погодные условия не позволяют, прийти в зал и тихонечко включить дорожечку, 45 минут ходить, это будет полезно. Но ни в коем случае не надрываться физически, да, не сидеть ни на каких диетах. Просто не надо, если у вас позыв, да, я хочу эту булку. Нет, ты не хочешь эту булку, тебе нужны витамины, организм подает сигналы о том, что ему что-то не хватает, каких-то микроэлементов для развития твоего плода. А наш человеческий мозг думает, что он просто хочет жрать все подряд, ребенок требует булочку. Нет. Очень много пишут девушек, которые за время беременности набирают много жира, целлюлита. Почему? Потому что вы кормите организм мусором. Он откладывает это в мусор, а не для вашего развития, да, и продолжения. Как может плод развиваться нормально, да, там, когда его кормят просто фигнёй? Как? Да, он там какие-то... Почему остаются без зубов, без волос? Потому что все витамины организма... Почему мамы лишаются зубов, волос, портится кожа, вообще состояние здоровья? Потому что организм забирает все у матери, потому что извне мать не дает, она жрет булки. А что он возьмет от булок? Изучайте организм, изучайте жизнь, включайте логику, для чего нам что-то необходимо делать, для чего это существует. Мы не живем просто, чтобы срать, жрать, смотреть телевизор. Нет, это дополнительные функции, просто прилагающиеся, но не основные. Не делайте дополнительные функции основными вашей жизни, и тогда вы поймете, как и увидите, как можно круто жить. Короче, сториз говно, и все в разброс прислал. Надеюсь, вы там сможете скомпоновать смысл всех моих историй, потому что все в разброс. Капец. Сейчас все вам сейчас отправляем. Ждите свои посылочки. Вкусные. Кушай, на здоровье. Дай, ну он еще готовится. А, да? Угу. Пришло много сообщений о том, что снимай почаще сторис. Блин, я не знаю, как-то я не люблю вот это, когда одно и то же. Там, я проснулась, я поела, я пошла туда-то, я пошла в зал. Вам действительно интересно, если смотреть. Вот я еду за сыном, сходила в зал. Сейчас заберу сына, мы приедем домой. Будем кушать, потом делать уроки, потом придет муж, буду кормить мужа и готовиться ко сну. Не знаю, я когда смотрю вот это, я проснулась, я покакала, я пописала, я всегда так. Здесь много друзей, знакомых, люблю и горжусь, и все помню. Приезжайте, я вас познакомлю, но... Ну да, не Малибу, здесь пальмы не растут. И вместо кросс кореет, и вон дэ, вот и круг. А? Твои девчонки. Когда на расчет, если ты дома будешь, я к тебе еще заеду. До ваших кровати. Да? Молодец. Так что давай, не болей. Вся снегу стоит. Бабушка-старушка из окна глядит. Веселся. Ну-ка, шалунишкам по колено снег. Весело ребятишек, блестя над бег. Бегают, смеются, лепят снежный дом. Звонко раздаются, голоса кругом. В снежный дом будет дезовая игра. Все, пока мне никакую диету не прописали, я... Только во вторник у меня запись скручу, и, скорее всего, я буду ложиться в больницу, потому что сама я не в силах вообще ничего сделать. Мне выписали кучу таблеток, но у меня жесткое обострение, мне ничего не помогает. Я не знаю,
Буду ждать вторника. Там уже что он скажет? Ну, скорее всего. Пью я тримедат, эспумезан, гивискон, крион, вот этот фосфолюгель, или как его называют. Это альмагель. Пока вообще ноль реакции. Ем я только кашу и суп. Больше ничего. И печеные фрукты. Помидоры я все вылила. Мне сказали, я поняла, что помидоры нельзя. Вот. Все, оставила только гречку и суп-пюре. И печеные груши с яблоком. Очень надеюсь до фитнес-тура привести себя в порядок, с новыми силами полететь. А еще у меня соревнования под огромным-огромным вопросом. Все спортдобавки запрещены. БЦА, ну, протеин я и так не пила. Протеиновые батончики нельзя. Короче, ничего нельзя, аргинин нельзя, глютамин нельзя. Я не знаю, как на таком питании держать форму. Мне кажется, все пропадет, все сдуется. Будет все печально. Ну, ничего. Ну, главное все вылечить, чтобы мой желудок меня больше не тревожил. Чтоб я так мечтаю все эти 10 лет просто нормально поесть хоть раз в жизни, и чтобы меня ничего не болело. Эти обострения у меня были почти, ну, раза 3-4 в год, точно каждый год. Ну, как-то я все так само пройдет. Ну, проходило само, да, потом опять. Это ж не может вечно продолжаться, значит, это приведет к плачевным последствиям. Поэтому надо лечить, еще раз лечить. Девочки, у каждой советуйте свои таблетки, и линекс, и панкреатин, и ромашку, и чё, и какие только советы не даете, я не могу все это пробовать. Мне врач что выписала, я то и пью. Единственное, вот альмагель.